1 октября в России началась призывная кампания. Из города Лабытнанги и Шуришкарского района, согласно планам, этой осенью 90 юношей отправятся служить в ряды российской армии. Сегодня военный комиссар провел брифинг для журналистов. На нем присутствовала моя коллега Альмира Новоселова. Масочный режим, соблюдение дистанции, дезинфекция – меры, которые будут соблюдаться в призывном пункте для сохранения здоровья будущих солдат. Призывной пункт заблаговременно обеспечен всем необходимым имуществом, включая средства защиты органов дыхания, а также приборами для кварцевания и средства дезинфекции. В связи с эпидемиологической ситуацией в этот призыв ребят ожидает новая процедура перед отправкой и по прибытию на сборный пункт. Будет организовано проведение тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Все призывники перед отправкой будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками. Кроме того, призывникам, направленным в вооруженные силы, будут выданы банковские и персональные электронные карты. Периодическое тестирование будут проходить и должностные лица, задействованные в призывных мероприятиях. В случае выявления даже одного заболевшего изолирована будет вся команда. Чтобы минимизировать контакты при отправке команд, на вокзалах присутствие родственников теперь под запретом. К местам прохождения военной службы будет осуществляться доставка в основном железнодорожным транспортом, в отдельных арендованных Министерством обороны вагонах, прошедших специальную обработку. Часть команд будет доставлена комбинированным способом. Задать вопросы по призыву и прохождению службы можно по телефону горячей линии окружного военного комиссариата в рабочие дни по номеру 25157, выходные 25151. Альмира Новоселова, Григорий Волков, программа «Время местное».